Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Vivo Y33S можно добавить и также удалить Google аккаунт. Что мы для этого делаем? Заходим в настройки. Далее нажимаем аккаунт, добавить аккаунт. Google. Ах, да. Забыл подключиться к интернету. Давайте это сейчас сделаем. Подключено. Возвращаемся мы с вами в настройки. То есть нажимаем то, что и нажимали. Аккаунты. Добавить аккаунт. Google. После чего вводим наш электронный адрес. Нажимаем далее. Вводим пароль. Нажимаем далее. Нажимаем принимаю. После чего можем, например, отказаться от резервной копии. Нажимаем «Принять». Как вы видите, Google аккаунт добавлен. Чтобы его удалить, нажимаем на него, нажимаем «Удалить аккаунт» и подтверждаем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!